Сейчас я скажу, что будете делать. Построились. Так, значит, девочки, чуть-чуть туда подвиньте. Девочки, Петя, еще, Вика, вперед. И первая. Аделина вторая. Жасмина вторая. Да. Еще. Еще. Вот так вот. Да, с той стороны. С той стороны, рядом с Андреем. Кто? Руслан. Да. Значит так, чем мы сегодня будем заниматься? Андрюха, поменяйте. Чем мы будем сегодня заниматься? Значит, если у нас взрослые ребята, они будут разминаться, эти будут разминаться, то есть побежать вместе с ними, а потом вы встанете отдельно, разомнетесь, и я с вами поработаю. А остальные, значит, разминка, затем повторим страховку, это обязательно. Каждую тренировку, можно сказать, да, можно. Каждую тренировку страховку, каждую тренировку. Будете бежать, идти, падать всегда, будете помнить страховку и никогда не будете ударяться. После этого мы поделаем упражнения с мячами, движения, все-все, и затем мы их поиграем. Проиграем, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 человек, отлично. Значит, 3 команды по 3 человека и поиграем в регби. В регби баскетбол. Оливье, Дрек, Ре, направо. Да, все. Чуть-чуть там проходит. Так, эти пишут. Предупредили родители, что у вас тренировка? Нет. Предупреждали заранее, что у вас тренировка, и чтобы они знали, не волновались. С высоким подниманием бедра. Колени. Заплет боли. Девочки, расстояние, дистанция. Кто устал, уходит в сторону, идет по кругу и опять становится. Не стоит и идет. Не стоит, идет. Так, девочки, я вам 4 часы и повешу в раздевалку. 5 на носок. Что? Куплю часы и повешу в раздевалку, чтобы вы не опаздывали. То есть это начало. На внешней стороне. Да. Образовали круг. Мальчики, вы там вдвоем. Значит, вот смотрите внимательно сюда. Где мы работаем? Значит, уже свину туда. Вот этот круг, смотрите, стоп. Вот этот. Даже не круг, черти что. Взрослые там разминаются. Туда ближе. Да, вот так вот.
Все, идите сюда уже. Руки на ноги, вспоминаем шею. Круговые вращения. Сколько камер? Три камеры. Нет, просто разминаешься здесь, ты разминаешься здесь. Вот так, пошли. Размялись немножечко. Наклоны. Я, чтобы я посмотрел, какой у тебя вес, как ты работаешь, с кем тебе лучше давать. А пацаны придут. У вас что, без 15-12 за обед? Без, обед, да? А этот кое-то, говорит, Николай, кушает? А этот Кристиан, не знаешь, он у вас в классе, Кристиан? Нет, он ходит кушать, нет? Большого, нет, да? Если не ходит, ладно, выгоню потом. А, нет, лучше пусть он будет... Ты сам разминаешь. Скажи, пусть он так, как у себя разминался, пусть разминает. Потом не забудьте страховку, где страховку, там кувырок, то есть сюда, как бы страховка, это, чтобы я посмотрел. Руки на пояс, вращение тазом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять, что там будет? Наклоны делаем кривые, правые, поднимаемся. Кого-то не хватает. А, да, она не хватает. Он коронавирусом болеет. Он не в школу не идет. Он, да, он, его брат болеет. Вроде все нормально у него. Потому что разные есть. Руки на колени разминаем, колени. Да. А, Руслана есть? Да. Где? Она прислала гадки. Вот я чувствую, кофе нет. Что она завтра придет? Ноги вместе распрямляем. Правую сторону вместе. Левую. Переход идет. Давайте 10 раз.
Я
Я делаю.